Всем привет, ребят! С вами снова я, Ксюша, и сегодня я продолжаю школьную тематику. Сегодня я буду делать канцелярию, а именно это будет дневник, блокнот и подставка под там карандаши, ручки, в общем, любые школьные принадлежности. Но так как я из школы уже выпустилась и в институт, мне много всего такого не надо, но у меня в школе учится младший брат, поэтому теперь, в принципе, большинство канцелярии я делаю для него. И у меня младший брат любит Майнкрафт, любит в него играть и все, что с ним связано, поэтому сегодня дневник я делала для младшего брата, как и блокнот, и вот эту подставку, и это все будет в виде Майнкрафта. Ну и для начала сделаем дневник, а именно я делала вот такой вот дневник в виде взрывчатки из Майнкрафта. Он делается очень легко, и для начала нам понадобится просто обычный белый дневник. Вот такой вот блокнотик в виде крипера, который делается там буквально за 3 минуты. I don't know if I can make it when I walk alone. Oh, can somebody come and save me? I just wanna know. I wanna know. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights. I don't know if I can make it when I walk alone. I'm not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know.
short and my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. It comes with age, what a mistake. Cause when I was a kid, I dreamt of something greater. Like standing on a stage and hearing all those people shout my name. But now I'm hanging low and looking for someone to blame. So вот такой вот органайзер, поставку для ручек, не знаю, как это сказать. В общем, видим вот этой вот свинки из Майнкрафта. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around. You laugh to yourself. And I see you shine in every color. Resting your head in my arms. You sing la la la. Видео у меня получилось. Если оно вам понравилось, то поставьте этому видео пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать следующие мои видео. А с вами, как всегда, была Ксюша, и всем пока!